надо, красавица? Ой, Старая Басманная, дом 25. Поехали. Стойте, вы куда? Тут, говорят, на троллейбусе 3 остановки всего, а вы заломите, как дурень, за батьку. Какой, какой дурень? Дурень тот, который на троллейбусе ездит, с такими тяжелыми сумками. Да уж, все руки посрывал. Скорее бы до Люси добраться. А Люся это кто? Люся? Это моя подруга. Москвичка? 4 года как уже. Москвичка – это хорошо. Красивая? Еще бы. В школе первой красавицей была. На актрису поступать хотела. Блондинка? Блондинка. Слушай, я тоже такой подруга москвичка хочу. Познакомь меня с ней. Меня Самвел зовут. Не курю, не пью. А я тебя отвезу и копейки не возьму. А если она замужем, тогда сколько возьмете? А больше подружки нету? Москвички? Нету. Она у меня одна такая. Тогда 500. Сколько? 500. Да вы что, с ума сошли? Отдайте сейчас же. Ты я что? За 500, знаете ли. Сама куда хочу доеду. Домофон, говорю. Кот. А. Угу. Ой, осторожно, банки. Извините. Это что тут? Ваши банки? Ну да. А что же вы их у двери поставили? Так вам же не прорвешься. Но придумывали то коды, то пароли. Придержите, пожалуйста. Пожалуйста, прорывайтесь. Так. До свидания. Спасибо. В 85-й нет никого. Ой, здрасте. А вы кто? Родственница? Я нет, я подруга. Ну, так ты опоздала, подруга. Нет Олега, нету. Ушел. И 5 минут не прошло. Олег? А, это, наверное, такой высокий в темном пальто. А я нет, я к Людмиле. Вы не знаете, она скоро будет. Людмила? Нет, не знаю. Она уж тут полгода не появляется. Они как с Олегом развелись, так и все. А вы, значит, к ней приехали? Ну да. Ну так сразу бы и говорили, а то подруга, подруга. Я уж подумала, вы коллегу. Нет, нет, что вы, я к Людмиле. Она, понимаете, давно уже меня звала. Приезжай, приезжай. Ну, я подумала и приехала. Она пропала. Ой, подождите. У меня, кажется, ее рабочий номер есть. Она мне оставляла на всякий случай. Правда? Ой, если вам не сложно, я вам буду так признательна. Спасибо вам огромное. Вот. Ой, извините. Спасибо большое.
Все, совещание заканчивается. Еще 5 минут, и Людмила Петровна вас примет. Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста. Черт! Простите, извините, пожалуйста. Устроили тут проходной двор. Дина, как всегда, нагрузила. Люся, яблочек своих не ест, картошечки своих. Давай живи, кушай. Людмила Петровна, вам-то зачем? Позвольте я. Спасибо, Ванечка. Да не за что, что вы. А в чем дело, товарищи? Чего стоим, кого ждем? Люсенька, ну как же ты все-таки изменилась, а? Всегда красавицей была, но теперь просто глаз не оторвать. Молодчина. Кабинет у тебя какой, а? Просторный, красивый. Жить можно? Угу. И заметь, все сама. В Москву приехала кто? Никто. Ни денег, ни связей. А теперь москвичка раз, замдиректора компании по распространению биодобавок «Мустангерс» два. Сейчас еще с бывшим разведусь, и собственное жилье в столице будет. Сильно? Ты знаешь, мне, если честно, даже как-то жалко твоего Олега. Я же видела его, столкнулись у подъезда. Ничего, такой симпатичный. Симпатичный. Ну и что? Разве это главное? Главное понять, для чего тебе этот человек нужен. Вот Олег, москвич, рекламный продюсер. Это отличная ступень. Но это только ступень. А на ней, как говорит Мишук, долго не простоишь. А Мишук это кто? А Мишук... Это уже пьедестал. Ну-ка, смотри. Смотри. Вот эта красная машина, видишь? Угу. Обалденная, правда? Красивая. Твоя? А то. И что, вы уже расписались с ним? А ты чего сама-то замуж не вышла? За это? За математика своего? Ты ж собиралась. Я-то собиралась. А он... С географичкой сошелся, представляешь? Нет, ну... Она, конечно, хорошенькая. Да и... Сразу я знала, что и ничего хорошего из этого не выйдет. Понимаешь, у нас с ним совершенно разная энергетика. Он лев, а я рыба. Дура ты, а не рыба. Любому льву понятно. Вот я и думаю. Зачем ты мне здесь сейчас? Люсенька, я же думала, только первое время у тебя поживу, а потом... Где у меня? К Мишуку я тебя не потащу, я там сама, на честном слове. Люсь, ну а... Помолчи. Совсем я отупела от усталости. Сначала развод этот, потом размен. Главное, бегаю только я, как шапка, с языком на плече. А он только рожу кривит. То ему этаж не тот, то ему район не тот. То этаж, то район. Чего, Люсь? Я поняла. Что? А ты будешь жить с ним? С кем? С Олегом? Точно. Ой, здрасте. Спасибо вам.
Здрасте. Добрый день. Прошу. А ты видал такое, а? Хорошая квартира. Коридор какой длинный. Нормальный, так себе. Так, раздевайся, проходи. Давай, смелей. Фу, накурил-то. Берлога, а не квартира. Совсем одичал. Продвинутый продюсер. Так, а тут у нас что? А пылище-то, пылище. Хоть бы раз за полгода тряпкой прошелся, паразит. О! Смотри, Олег снимал. Я у них там в рекламном агентстве работала под его началом. Дура была редкая. Нет, чтобы на шеф переключиться. Ну, правда, Олег ухаживать умел. Цветы, подарки. Стихи мне писал, представляешь? А что? Интересная фотография. Может, взять? У меня такой нет. Зачем? Не надо. Он же заметит. Искать будет. Спрашивать, где. Ну и что? Скажешь ему, что я взяла. Ты вообще давай с ним построже. Гоняй его. Я в смысле курева. Пусть он на балконе смолит. Ну ладно, пойдем. Я тебе твою комнату покажу. Пойдем. Чего стоишь? Ну вот, твои апартаменты. Смотри сама, все, что нужно есть. Кровать, зеркало, шкаф какой. Ой, забыла совсем. Вот, держи, это тебе. Настоящее, из Англии. Из Англии? Да. А как она к тебе попала? Как-как? В нашем Новопавловске купила, в универмаге. Специально для тебя. Понятно. Спасибо, да. Ничего, да, веселенькая. А что себе такое не взяла? Ты же темненькая, тебе больше пойдет. Да ну куда я мне? Ну что ты? Ну, в Новопавловске, может, и никуда, здесь самый раз. Возьми, обновишь гардеробчик. Ты что, это я тебе брала. Дорогая моя, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, но тебе она правда больше пригодится. У меня и так вещей миллион, мне их девать некуда, честное слово. Все, никаких возражений, хорошо? Располагайся, а я пойду, потому что я уже опаздываю, хорошо? Люсь, а можно мне с тобой, а? Ну, не могу я здесь. Да и выставит он меня. Как это выставит? На каком основании? На том, что он хозяин квартиры. Часть квартиры, милая моя. Только части. Вторая часть моя. Я кого хочу, того сюда и вселяю. Я не пойму, что я тебя уговариваю? Не нравится, иди устраивайся сама, пожалуйста. Вон, агент в море. А лучше сразу бери билет и возвращайся в свой Новопавловск. Где каждая собака знает историю о том, как Рита Лесина любила, да не вышла замуж. Ну все, 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 все. Не раскисай, не раскисай, не раскисай. Все, 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 все. Не раскисай, давай, располагайся. Давай, чайку попей, прими душ с дороги, ладно? И ложись, хорошо? Я побегу. Люся. Так. Я все сказала. Поняла? Поняла. Вот и отлично. Вот и действуй. Ладно? Все, пока. Люсь. Ну что еще? А что ему скажу? Кому? Олегу? Ну да. Ничего. Я сама ему все скажу. Все, пока. Пока. Thank you.
Алло. Кого, простите, позвать? Валю? Вы, случайно, не Валя? Нет. Уже хорошо. Вы, вероятно, ошиблись. До свидания. Здравствуйте. С легким паром. Спасибо. Рита. Не за что. Олег. Что вы, собственно, здесь делаете, Рита? Как вы в квартире оказались? Меня Людмила позвала. Людмила, она что, здесь? Где? Нет. Она привезла меня сюда и сама уехала назад. Сказала, что я могу пожить в ее комнате. А разве она вам не звонила? Представьте, нет. Странно. Она сказала, что обязательно позвонит вам. Что ж, буду ждать с нетерпением. Вы понимаете, она сказала, что я могу пожить здесь какое-то время. Но пока не найду себе что-нибудь более или менее подходящее. Пока не устрою здесь как-то... Да вы позвоните, я вас прошу, ну, я прошу вас, ну, прямо сейчас возьмите и позвоните. Зачем? Спросить, кто я, что я. Ну, что значит зачем, ну? Ну, что вы на меня так смотрите? Я, кажется, понял. Вы подруга детства Людмилы, учительница. Да. Она когда-то что-то рассказывала мне о вас. Обо мне? А что она рассказывала? Как я теперь понимаю правду. Кстати, как ваши банки? Банки? А, ну да, банки в порядке. Да. Тяжелый случай. А что же она вас, лучшую подругу детства, к себе туда, на новый адрес не пригласила? Или Мишука не хочет беспокоить? М? Правильно. Со мной чего ж теперь церемониться? Так? Да вы не расстраивайтесь. Я вам забот больших не доставлю. Характер у меня легкий. Конфликтов я не люблю. Я лучше пережду, промолчу. Я же рыб по гороскопу. С кем хочешь, живусь. Какие редкие качества. А я вот, напротив, ни с кем мужиться не в состоянии. Жена эта от меня сбежала. Мнителен жутко, раздражителен. Могу такое выкинуть, что посидеешь. А по гороскопу я, вообще страшно сказать, скорпион. Ну что вы? Скорпион. Скорпион — это еще куда ни шло. Это не Овен, который, если во что упрется, так ты же хоть тресни, вот все равно его не сдвинешь. Будет стоять на своем. И то, надо сказать, что рыбы все равно с ним уживаются. Вот со стрельцами тут, да, проблема. Что, совсем никак? То есть абсолютно никак, просто исключено. Они же, понимаете, стрельцы, они какие? Они друг с другом вообще не могут никак сконтактироваться, а с остальными я вообще молчу. Самый отвратительный знак. Странно. Что странно? Вот вы говорите, а я думаю, может, я стрелец? Знаете, как-то не силен в астрологии, но чувствую какое-то родство. Да? А вы когда родились? Число и месяц? Декабрь, 13-е. Да. Действительно стрелец. Ну вот видите, как квартирантке вам не повезло. А как рыбе я вам просто не завидую. В общем, я вас предупредил, а вы подумайте. Угу. Угу. Спокойной ночи.
Ой, простите, я думала, вы уже... Черт. Простите, я утюг хотела попросить. Ой, спасибо вам. See the evening sun go down. As my baby, she done left this here town. Куда And это поставить? Что, простите? Я говорю, утюг куда поставить? Поставьте куда хотите. Да? Ну, хорошо. А может, я его тогда в этот, в шкаф поставлю? Там он пустой почти. Ну и отлично. Угу, хорошо. Слушайте, что же вы делаете? Вы же 5 ложек положили. Да еще и пустую, ну, хоть бы с печеньем каким-никаким. У меня овсяная с дороги осталась, хотите? Спасибо, не употребляю диеты. И вообще, вам, наверное, куда-то идти нужно. Вот идите себе, собирайтесь. Слушайте, а может, варенье? Раз диета. Точно. Не надо! That gal I love, what? She wouldn't have gone so far. Come here. Что это? Варенье, кабачковое. Какое? Кабачковое, сваренное из кабачков. Только чуть-чуть лимона добавил. Кабачок, он же сам по себе никакой. Добавишь соленое, будет соленым. Добавишь сладкое, будет сладким. Ну, прям мандариновый. Попробуйте. Спасибо, не надо. Ну, почему же? Попробуйте хотя бы ложечку. Потом сами просить будете. Я же сказал, не хочу. Почему? Я сама делала. Оно не калорийное. Самое, что ни на есть, диетическое. Ну что, так трудно попробовать? Помолчать хотя бы минуту, не совать мне под нос ваше варенье. Вас не затруднит? Я не пью кофе с вареньем из кабачков. Я пью пустой кофе. И делаю это один. Один. Понимаете? Я так привык, слышите? Да слышу, я слышу. Что же вы так кричите-то на меня? Я просто хотела, чтобы вы так... Я скоро уйду. И вы сможете от души насладиться вашим восхитительным вареньем. Пожалуйста, оставьте меня одного. У меня сегодня очень трудный день. Клиенты, переговоры. Пожалуйста, оставьте меня. Спасибо. And I love my baby till the day I die. А хотите, я составлю вам на день гороскоп? Не надо, вы только хуже сделаете. Глицерин у вас есть? Что? Глицерин, говорю, нужен теплый. Какой? Теплый, говорю, 35 градусов. Ты можешь да ладно тебе. Так и да не слушай ты его вообще. Нафиг он тебе нужен? Смотри, вон Олег идет. Привет. Привет. Что-то как-то не в духе сегодня. Ну так и чё? Привет, Олежек. Привет. Сашка, у себя? Да, у себя. Он уже, наверное, час с клиентами парится. Ужас какой злой. Ну и что не так? По-моему, она очень эротично ими хрустит. Разве нет? М? Что скажешь? Не знаю. Мне кажется, как-то вяло. То ли девица такая малохольная. А где Олег? Мне все-таки хотелось бы его услышать. Да. Олег едет. Сейчас будет. О! А вот и он.
Здравствуйте, извините. Привет, здравствуйте. Посмотрели? Да. Наш ведущий продюсер, именно он, Сергей Ильич, и курирует ваш проект с самого начала. Вот Ольга знает. Еще бы не знать. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Оля. А что ж ваш ведущий продюсер так сильно опаздывает? Нехорошо. Я со своих сотрудников милок. За опоздание 3 шкуры деру. Даже так? Вот прямо 3 шкуры? Именно так. А как вы хотели? И что вы потом с ними делаете? С этими шкурами? Дубите их? Или сразу отходы пускаете? Да нет, мне просто интересно. До свидания. Приходите к нам еще. Шш, тихо. Разрешите? Позвольте. Прошу. Год такого заказа не было. Год. Еще теперь лет 10 не будет. Ты вообще понимаешь, что ты натворил? М? Или ты надеешься на то, что если мы с тобой друзья, я так и буду прощать тебя за все твои выходки? Нет, Олежек. Все. Хватит. Я, конечно, понимаю, что у тебя там развод, все очень серьезно. А при чем тут развод? Да при том, что с тобой разговаривать стало невозможно. Ты же заводишься с полоборота. У меня вчера жена такую истерику закатила, что полный вперед. Я вот, например, просто мечтаю о разводе. Ну, развод – это еще не избавление от проблем. Это их начало. Что, Людка все достает с размером? Да не то слово. Вчера подруга детства ко мне подселила. Я думаю, специально ее выписала из своего Новопавловска. Вот тебе Люська. Одуванчик. А помню, бегала тут. Чисто ангел. В глаза тебя заглядывала. Оказалась обычной. Ну-ка, прекрати. Никогда не говори этого. Это мое дело. Понял? Да хорошо, хорошо, старичок. Твое дело, твое. Да. Яблочко хочешь? Но оказалось, что им не нужен педагог высшей категории со стажем, да? Да. Директриса сказала, что свободных часов литературы нет. Да и платят там гроши. Ладно, давай так. Приходи завтра сюда в офис к 10, как штык. Попробуем сделать из тебя реализатора. В смысле? Ну, в смысле распространителя Мустангерса. Оклад приличный, плюс проценты. Да ну, да не выйдет у меня ничего.
Да и что я про Мустангерс этот знаю? Да ну, в жизни ничего не распространяла, а тут сразу Мустангерс. Рита, у тебя все получится. Ты вон бывшего моего до бешенства довела. Мне за 4 года этого не удалось, а ты его достала за считанные часы. Он что, приходил, да? Нет, он не звонил. Орал! Она сумасшедшая, убери ее! Ужас, ужас. Что же теперь? Я действительно такое сегодня устроила. Он хороший костюм из-за меня испортил. Да ничего, перебьется. Так держать. Поняла? Поняла. Да, Люсенька, конечно. Ну, изучаю. Да. Вот, очищает. Восстанавливает, сублимирует тут что-то. Да, эликсир жизни. Угу. Люся, все, я тебе потом позвоню. Ага, да-да-да, пока. Здрасте. Ну как? Успели отчитаться? Что так? Я помешал? Я просто не понимаю, о каком отчете вы говорите. Не понимаю. Вот, ну, ничего не могу понять. Влезла в чужую квартиру, а мне не рады. Почему? Не понимаю. Да? Рыба. Фу, вы пьяны. Вы пьяны. Ну. О. Не идет? Что, вам креативненько, да? Не находите? Так, отдайте сюда, пожалуйста. Здрасте. Я тут поживу немного. Вы не против? Против. Но я все равно немного поживу. Опа, опа-па, опа-па, опа-па. Рита, чего вы смеетесь? Что ж вы вся такая пресная, как ваше варенье из кабачков? Рита, вы были замужем? А при чем тут это? Я так и думал. К тому же еще и учительница. Скучно. Можно подумать, у вас тут очень весело. Аль-хоп. Что еще вам от меня нужно? Что вы с ним сделали? Ничего. Постирала сначала глицерином, а потом водичкой. Чем? Глицерином? Да вы знаете, кто это? Кто? Это Армани. Армани, понимаете? И что, что, что Армани? Ничего не случится с вашим Армани. Завтра высохнет, будет как новый. А если не будет как новый, тогда что? Тогда я вам новый куплю. Что? Вы купите Армани. Мне.
Да, куплю. Обалдеть, какая дура. Послушайте, кто вам дал право ни за что, ни про что меня оскорблять? Ни за что, ни про что? То, что вы нагло вторглись на чужую территорию, что угробили брендовую вещь. В конце концов, шпионите за мной. Это все не в счет? Что? Я шпионю? За вами? За мной? За кем же еще? Следите за каждым моим шагом, стоите под дверью, подслушивайте. Слушайте, у вас просто какая-то мания преследования, ей-богу. Какая-то паранойя просто. Больно мне надо за вами следить. Может быть, вам и не надо. Вашей подруге для чего-то, видно, это нужно, раз она вас прислала сюда. Послушайте меня внимательно. Людмила никогда, слушайте меня, никогда не просила меня за вами следить. Она даже словом не обмолвилась. Людмила слишком умная и порядочная женщина, чтобы опуститься до такого. Что вы смотрите на меня так? Да, умная, да, порядочная. И я счастлива, что наконец-то нашла человека, который смог оценить все ее достоинства в полном объеме. Ну-ну. Оценил. В полном объеме. Верю. Простите. Что дальше? Извините. Все? Сдулось? Кабачковое варенье. С вами рыба, даже ругаться скучно. Я не рыба. И не мясо. А вы просто хам. О чем, кстати, вас и предупреждал. Извините, пожалуйста, мне бы к Людмиле Петровне пройти. Это к Людмиле Петровне, пропустите. Ой, здрасте. Доброе утро. Вот вы потеряли. Ой, спасибо. Удивительно, она даже не треснула. Да, странно. Извините. Я так понимаю, родственница Людмилы Петровны? Нет, я подруга. Со школы вместе. Ясно. Тогда будем знакомы. Иван, менеджер по продажам. Очень приятно, Рита. Да? Бывает же такое совпадение. Меня маму Риты зовут. Давайте я вам помогу. Нет, нет, что вы, спасибо, да ничего, я ничего, сама. Ничего, ничего, ничего. Ого, ничего себе. Давайте. Так, опоздание час. Доброе утро, Ванечка. Доброе утро, Людмила Петровна. Я вижу, вы уже знакомы, да? Отлично. Маргарита хотела попробовать себя реализатором. Но я, собственно, еще не знаю. Ничего-ничего, Ванечка человек опытный, он тебя быстро ведет в курс дела. Да, я могу на тебя надеяться. Обижаете, Людмила Петровна. А ручную кладь куда доставить? Так, Иван, иди пока к себе. Прошу прощения, Людмила Петровна. Ты чего опять сумками приперлась? Он тебя что, выставил? Я сама ушла. Почему? Да потому что он хам твой, Олег. Жить я с ним не в состоянии. Ярь. Так, взяла свои баулы, живо ко мне. Я не буду жить с ним под одной крышей. А что случилось?
Я для него никто. Не человек даже, понимаешь? Я думала, он душить меня бросится из-за своего Армани. На утро костюм был как новый. Он же бешеный твой, Олег. Больной человек, понимаешь? С ним не то что жить, с ним разговаривать по-человечески невозможно. Ну, я как-то 4 года протянула, жива, как видишь. Ну, ты, может быть, а я... Ладно, давай шуруй к Ивану, а там посмотрим, поняла? Поняла. И манатки свои забери, я кабинет закрываю. Ну, Олежек, погоди. Ну что, все сходится? Да. Помните, главный напор и уверенность. И улыбайтесь, улыбайтесь. Да, я постараюсь. Ну, пока как-то не очень получается. Попробуйте еще раз. Только широко и жизнеутверждающе. Но это не улыбка, это оскал какой-то. А нам нужна улыбка. Дома обязательно порепетируйте перед зеркалом. Я обязательно порепетирую. Глаза, походка, голос. Все должно идти в ход в работе с клиентом. Ну что, тогда по чайку? У меня очень хороший чай есть на травах. Мама заваривала. Не откажусь. А у меня же варенье есть, кабачковое. Хотите? Кабачковое? Угу. Никогда не слышал. Вот. Попробую. Сама варила. Но только ложечку для начала. Весьма оригинальный вкус. А можно еще попробую? Да, конечно. Нет, это правда здорово. Да ну ладно, что вы. Неужели в Москве никто не варит варенье из кабачков? Никто. Никто, я клянусь вам. Тем более так. А можно я с собой немножечко возьму?